Слотокін. Королівський сезон починається. Пане Романе, другий день, особливо на Росії, дуже багато говорить про Кримський міст, дуже багато дурниць там висловлюють. Путін навіть збирав всіх, хто відповідає за цей напрямок. Розказували, що насправді все відбудують на Кримському мосту десь до жовтня, вересня-жовтня і будуть рухатись. Але що сказали? До речі, у нас є супутникові знімки, як виглядає міст зараз. Видно, що він добре пошкоджений. І, власне, що кажуть на Росії? Що це на логістику за Запорізького напрямку і Херсонського не вплине, бо, мовляв, все йшло залізницею. Наскільки це відповідає, пане Роман, дійсності? Железна дорога на основну частину техніки перебрасувала, але були моменти, коли доволі такі серйозні сили проходили іменно автомобільними путями. Тобто, от по одному із веток. Сейчас их перебросят по сухопутному коридору через Ростов, Таганрог, Мариуполь и дальше на Бердянск, на Мелитополь. То есть по кругу запустят. Там плюсом несколько сотен километров. Потому есть необходимость уничтожить и Таганрогский мост. Мы об этом с вами неоднократно говорили уже. То есть Таганрогский мост через Миусский залив, река Миус, западнее Таганрога. Да, вот этот вот мост, вот через него теперь пойдет, через него и так идет трафик где-то около 70% военной амуниции, а дополнительно пойдет еще через него те переброски, которые сейчас уже не смогут автомобильным транспортом через Крымский мост перебрасывать. То, что они его могут восстановить, это понятно. То, что в октябре, в сентябре нереально, потому что им придется пролет однозначно изготавливать новый, а это уже время, там есть определенные технологические моменты для изготовления этих пролетов, именно временные, есть временные рамки. Потому, я думаю, ближе к Новому году они, конечно, его, может, и восстановят, но это уже сильно не поможет. Была, скорее всего, повторная атака, так как россияне с утра начали в эфире докладывать о том, что сбили 28 беспилотников, которые шли на Крымский мост. Потому вероятность того, что наши войска повторную атаку организовали, но уже беспилотниками, она такая высокая. Вопрос, сбили или выполнили какую-то задачу, ну, будет чуть позже. Понятно, российские ПВО, беспилотники, конечно, проще обнаружить, проще сбить, но когда большая идет волна, там есть определенные сложности, потому что, зная коэффициент пресечения, можно через него перескакивать и уже добавлять определенное количество беспилотников. Тот трафик, который сейчас пойдет на Запорожье через Таганрогский мост и часть которого будет идти через ОЖД, через Крымский мост, они где-то встречаются в районе Мелитополя. Так вот, до Мелитополя там еще есть один мост, это Чангарский. То есть они его сейчас более-менее восстановили, значит, скорее всего, также в ближайшее время нужно будет уничтожить и Чангарский мост. Вот тогда есть вероятность того, что Запорожское и Херсонское направление останется без боеприпасов. На себе не потаскаешь. Снаряд до 50 килограмм весит один. То есть есть возможность нам обрубить полностью движение россиян. Если они пойдут через Армянск, то им придется идти, допустим, через Армянск, то им придется идти вместе с большим потоком гражданских машин. А военные, то есть это пробки, это тем более в Крыму, это практически остановка движения. И вот здесь уже есть такой положительный момент во всех отдыхающих россиянах. Чем больше их набьется в Крым, тем медленнее или, может быть, полностью остановит военное движение. Поэтому можем в качестве сарказма пригласить россиян в Крым для того, чтобы остановить военные потоки. Пане Романе, от ми говоримо далі про Кримський міст і про влучання. І от ви кажете, що летіли безпілотники. В нас є супутникові знімки, як за кілька годин до удару по мосту рухалися наші, ну, наші, не наші, рухалися, власне,
надводні дрони. І оце от є такий трикутник, зараз продемонструємо. Ось він. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо прекрасно, що росіяни мають ППО, вони можуть збивати все, що є в повітрі. Чи в них є чим боротися проти ударів над водою? Ну, дело в том, что сам по себе глиссерный катер, он мало заметен. У него эффективная площадь рассеивания, ну, как у воробья. Потому определить, особенно на поверхности воды, это практически нереально локатором ПВО. То есть его точно не увидят. А бортовые, допустим, средства обнаружения на кораблях. Ну, во-первых, надо корабли иметь, надо постоянно их держать в боевой готовности. Обойти корабль можно, если знаешь, где он находится. То есть, по большому счету, правильно проложенный маршрут, и их просто никто не заметит. Только визуально уже на самом мосту. А здесь уже вопрос, это же им надо на каждую опору вышку с пулеметом ставить и выставлять дозорных для того, чтобы смотреть на подходе. Потому они их и пропустили. Я думаю, это еще может быть еще и повтор быть. То, что вот именно такое движение катеров, это возможно. Там до 500 километров дальности, а такие катера, они, исходя из веса и работы двигателя, они легко проходят и 800, и 700, и 800 километров. Главное управление. Но раз они туда добрались, значит, есть определенная спутниковая связь, которым управлялся этот дрон. Причем, я так понимаю, прямое управление, то есть постоянная связь с дроном и, скорее всего, еще и с видеонаблюдением. Я думаю, в ближайшее время нам покажут некоторые кадры уничтожения Крымского моста.